Всем привет! Вы на канале Кухня на любой вкус. Сегодня у меня для вас крабовый салат. Идеальное сочетание и без лишних слов салат любимый многими, быстрый и вкусный. Для приготовления вам понадобится 2 яйца, нарезаем кубиками. Сто пятьдесят-200 грамм крабовых палочек. 150 грамм свежих огурцов. Отправляем все в глубокую емкость. Добавляем 100 грамм корейской морковки, 100 грамм кукурузы, 50 грамм сухариков. Я брала сухарики из багета. В этот салат они лучше всего подходят. Добавляем соль по вкусу и заправляем майонезом. Суперскоростной салат для вашего праздничного стола готов. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал Кухня на любой вкус, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Всем приятного аппетита и до новых встреч!